какая же офигенная задача. Дякую, что завитала знову. То взаимодействие, которое есть между нами и в культурной, и в образовательной сфере, и в экономической сфере, мы видим еще больше потенциал, еще большие возможности. И я очень надеюсь, что и с весной, и французской, и украинской весной все так же приобретет вот новый вид и новый облик, и мы более активно будем сотрудничать по всем направлениям. Мне очень приятно, что вы сегодня приехали с представителями бизнеса, которые уже с 2005 года работают на территории Харькова, а вот, возможно, партнеры Schneider Electric, с которыми мы открыли не так давно в одном из высших учебных учреждений лабораторию, где могут практиковаться наши студенты, получать хорошее образование. Надеюсь, что также рассмотрят возможность базирования здесь, в Харькове. Мы, безусловно, в рамках своих полномочий создадим все условия для того, чтобы иностранный инвестор приходил на территорию области, открывал новое производство, создавал новые рабочие места, платил честно налоги в бюджет и тем самым развивал Харьковскую область, а мы будем делать со своей стороны все, чтобы этому содействовать. Для нас, для меня, для посольства это важно, что вот то, что наша культура, то, что вы и город, и область дает нам возможность это сделать, это совместно, это очень важно. Хорошие новости со стороны Schneider Electric и Malterop, две французские компании, которые находят основу в этом регионе. Это очень позитивно, потому что это значит, что ваш регион уже привлекает французские предприниматели, предприятия. И Мальтероп тоже уже решили переехать сюда, в Харьков. То, что главный офис Мальтероп переезжает в город Харьков и будет базироваться здесь, учитывая долгую историю наших тесных взаимоотношений, а также, что новая компания Schneider Electric, с которой мы также имеем уже образовательный проект, который открыли не так давно, 2-3 месяца назад, также решил основываться здесь и выбрать Харьков как свою базу. Для нас это очень хорошие новости. Это значит, что у людей будет работа, это значит, что бизнес-активность увеличивается, это значит, что наши международные партнеры видят уверенность и будущее своих компаний здесь, на территории Харьковской области, поэтому мы полностью заинтересованы в том, чтобы создать все комфортные условия для работы бизнеса.